Всем привет, с вами Зизак Мир, сегодня у нас Стендо 2. Ребят, у нас вышло обновление, извините, что я тогда не записал, потому что у меня не грузилось обновление, тем более и не грузился сам Стендо. Я не знаю, что за фигня. Да, вообще, ну, у нас там добавили USP, смотрите. И вот он USP. Такой мне нравится, я смотрю всех оружий. Давайте возьмем. Сейчас, да, блин, да что вы убиваете меня? Даже не даете. Так, вот юз. И давайте добавить, например. И вот смотрите, ребят, я смотрю другой. Да, вот такой юзпик. Сейчас мы с ним поиграем. Так, бомба у кого не у меня? Ну, короче, да, понятно. Да, ребят. И вот, ну, еще осмотр всех медалей добавили, еще. О, бомба, моя. Бомб. Вот пинг меня бесит. Тем более, тут лагает так, ребят. Не лагает, ну, не у меня лагает. Мне-то телефон тянет. А вот меня бесит. О, кто-то там ножиком 9. Planting. Так, это не я. Bomb has been planted. Кто-то еще. Там и в лоб. И все. Тихо. Буду здесь контролить. А там уже там 9 кого-то режут. Так. Двое против двоих. Так, ребята. Все уже, ребят. Они просто вот такие. Ух, полагало как. Итак, что? Так, покупаем себе эмочку. И юспик. Ну, вообще-то я тащу, если вы не знаете. Но, может быть, это и так бы... Они чуть не обезвредили бомбу. Пацан. Дай бомбу. Пошай бамбу. Да. Спасибо, пацан. I love you. Так. Ребятули, я вас жду. Я опять на Б. Я буду как играть, как крысенька. Ну не крыса, ну конечно же, не убиваю крыса. Просто ставлю бамбу. Planting. Опять же здесь ставлю. Ну, ребят, да. Опа. Все. Двое опять против двоих. Я буду здесь контролить, ребят. Да, блин, он меня убил. Он знал, что я здесь. И мы выиграли. Это я даже не знал. Так, опять мы это, что берем? Эмочку. Потом я хочу юспик. Мне нравится юспик, ребят. И кому нравится тоже. Мне нравится очень. Блин, вот пинг меня бесит. Я на первом месте, да? Ой, пинг какой. Убил. Так. Здесь никого нету, да? Фризер, нет. 4 убийства у меня. Ну, короче, нормально, ребят. Тем более сейчас я смог и флешку. Такого бомба не у меня. Цены, вот у тебя. Ну, это типа БПЗ. Вот этот пацан. У него бомба. Ты что, флешку кинул? Вот такую флешечку. Да я перекину ее. Смог. Ух, меня убили. И мы проиграли. Там пацан еще оставался как лох. Проиграл им. Так, это... Блин, я забыл. Вот я забываю купить дробовик. Я смотрите его.
Опа, скиди его, попа. Скидаем смог сразу. Сходу. И должен... Да, блин, да что такие? Что за такие? Меня убил, да что, лагает? Круто, играем. У меня 140 пинг, ребят. Нормально? Да, и берем дробовик и будем осматривать. Я вам уже показывал. Смотрим. Ну вот, смотрите, ребят. Ну, мы тогда же не могли осмотреть, и смотрите. Ну, мне понравился осмотр оружия. Это не пойду, нет. Меня бесит уже. Как они со мной обращаются. Вообще, не понять. Ребят, я качаю левел. Если кто поможет, пожалуйста, помогите. А, еще мощность у дробовика убавили. Тихо. Смотрите, ребят, какие дела. Блин! Да, о, у меня бомба, ребят. Так, смотрите, я беру... Петух мне есть. Есть ли он? МП-7. Ну, МП-7, наверное, осматривалась, как я помню. Да, блин. Ну, я помню, он осматривалась. Или нет? Да, осматривалась. То, если не правильно сказал, добавьте в комментариях, пожалуйста. Я ж не знаю, потом обновлял. Ну, я читал в плане маркете, когда обновлял. Так. Planting. Ставим бомбу. Bomb has been planted. Так. Так. Я один против троих, нормально? Тихо, я снимаю ролик, Саша. Я один против троих. Ну, пожалуйста. Да блин! Так, ребят, мы опять играем. Так, берем. Юсп. Берем М-ку и погнали. Но у меня не бомба, блин, я поиграл. Мой брат пришел, помешал. Фух. Мне это бесит, когда приходят, это когда я снимаю ролик. Так, трое против троих. Нам окончательно не поиграть. Тихо. На А кто-то есть. Тихо. Так, убил. Все, ребят, убил. А в М-ку берем. Подогнали М-ку. Ой, а вы пэху. М-ку, а вы пэху. Так, юз. И дымовуха. Да опять у меня бомба. Не хочу я с бомбой бегать. Бесите. Чё? Да у меня бомба, я все проигрываю. Planting. Bomb has been planted. Так, ребят. Тихо, ребят. Тихо. Тихо. Ребята, их двое. Блин, ну, ребята, я бы не выиграл. Если бы даже это... Так бы. Да, и мы проиграли. Опять у меня бомба, ребят. Что такое? Мне больше не... Ну, я на ВПХ взял, и всё. Так, ребят, у меня опять бомба. А, ну, настрой против 4. Это нормально, ребят. Даже ничего не говорите, если... окей, понятно. И мы проиграли, потому что тот пацан просто побежал. Хоть он тупой. Так, берем пик, я возьму и есть пик.
так бомбит. Трое против четверо. Ну попробуйте поиграть, ребята. А, Юмпик тоже, наверное, да, не показывали. У меня бомба. Двое против троих. Нормально, ребят, ничего. Ну, блин, их двое. Они меня задолбали. Я берут за дело, но все равно тут играть как не знаю кто. Тут трое против четверых, ребят. Ну, и как это играть с ними? Просто бабы. Поиграйте, давайте нормально. И гранатку кинули. Да, блин, да шо он играет? Ребят, мы поиграли. Блин, ребят. Ладно, всем спасибо за просмотр и всем покуси.